Смотрите фильм-сказку «Три толстяка» известного советского писателя Юрия Олеши. Этот фильм расскажет вам об удивительной, полной невероятных приключений жизни цирковых артистов Тибула и его партнерши Суок, о добром и чудаковатом докторе Гаспаре, о благородном и бесстрашном силаче Проспера и о злых и коварных обжорах трех толстяках. Вы увидите, что смелость и находчивость, честность и верность дружбе помогают нашим героям, казалось бы, в самых невероятных положениях. Это веселая и немного грустная сказка. Ведь в жизни всегда есть место грусти. Реальный мир предстанет перед вами в этом фильме сквозь призму сверхъестественного. И вы увидите, что сверхъестественное и фантастическое кроется подчас в самых прозаических вещах. Смотрите новый цветной фильм «Три толстяка». Мы надеемся, что этот фильм-сказку с удовольствием посмотрят не только маленькие, но и взрослые зрители. Популярный актер советского кино Алексей Баталов выступает в этом фильме как сценарист, постановщик и исполнитель главной роли. Скоро смотрите новый фильм-сказку «Три толстяка».